Вот, смотри. Я, кстати, я так еще никогда не делал, у меня просто необходимости такой не было. Так, значит, вот это я уже просто покажу. Тут у меня осталось, ну, там 5 гривен, грубо говоря, на этом ключе. Поэтому сейчас я его себе докину в общий баланс кошелька. Так, відсканувати паперовий гаманець. Сканувати. Відсканували. Сканувати. Смотри, такой звук приятный. Опа, как будто денежки всыпались. Все. Так, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что у нас на балансе, ну, всего-навсего 3,21 миллибитиси. Либо по курсу там какой-то биржи это соответствует 15 гривням 35 копеек. Тут можно выставлять любой какой тебе хочешь. Валюта-то нормальная, реальная. Вот, если конвертировать, хочешь в гривны, хочешь в доллары, хочешь какие-нибудь арабские хуяксели. Значит так, теперь отправить. Отправить. Смотри. У меня тут специально сохраненный есть правильный ключ, адрес, виза. Не-не-не, это я еще не то нажал. Відправити. О. Все, видишь, он подставляет. Это у меня просто уже сохраненный. Вот, и я пишу отправить, значит. Короче, 3. Ну, пускай будет 3 мили BTC. И нажимаю ОК. И нажимаю отправить. Все. Ушел. Ушел. Теперь смотрим. Ну, я не знаю. Я так, кстати, никогда еще сам не делал. С какой скоростью бабочки придут. Ну, вот реально. Ну, деньги должны прийти мне вот на вот эту вот карту. Вот. Баланс сейчас 69 гривен 57 копеек. Ну, пока, короче, еще не пришли. Вот. Но там все равно сервис же должен что-то обработать. Какие-то там должны процессы произойти. И больше обычно бывает, если честно, задержка именно на стороне PrivatBank. Бывает такое, что деньги уже на карте есть. А вот. А это... Онлайн-банкинг не отображает. То есть, ты идешь себе счастливый по улице, никаких у тебя нету ни гривен, ничего. И ты знать не хочешь знать, что это за порожняковая валюта. И тут такой раз, и тебя все-таки, ну, надо где-то рассчитаться вот этими непонятными фантиками. Вот. Ну, ты тогда берешь со своего телефона и отправляешь деньги на специальный ключ, который там через сервис отправляет тебе деньги на PrivatBank. Ну, конечно, там, да, какая-то комиссия есть. Вот. Таких сервисов вполне возможно это не один. Смотри, просто как... А, теперь как же это я тебе показал, как это выглядит, а теперь как это реализовано. То есть, заходишь на сайт, вот, YouTube, опять, utbs.vs, да, зашел. Это у меня, кстати, дружбан накодил. Вот, вход ВКонтакте, вход, ну, к примеру, короче, авторизуешься. Ага, понял. Понял. То у меня тут два аккаунта из контакта. То я одним залогинился, а вторым нет. Так, ладно, сейчас я выйду. О, я ж тебе еще и про LastPass не рассказывал, ё-моё. Слушай, мне столько всего есть, что рассказать. Столько хороших, интересных вещей существует, на самом деле. Полезных, о которых не все люди почему-то знают. Так, вот смотри. Ну, короче, можешь зарегистрироваться, либо авторизоваться через любую там социальную сеть, которую тебе удобно. О, смотри, видишь, появляется Bitcoin Visa. Такая кнопка. Ссылка. Здесь ты просто прописываешь, ну, название, как ты хочешь называться, будет твоя карта, и номер карты. Видишь, вот как оно здесь реализовано. Наименование. Ну, я просто назвал ЮАХ и написал новый... Номер карты. Вот. Карта PrivatBank, это уже сам скрипт подтянул. Вот. И
Так, ключ. Я получаю, значит, вот он ключ. Но вот этот адрес, бабло, которое я буду отправлять с любого места, с любого направления, будет приходить мне на карточку PrivatBank'а. Вот. Просто, как ты уже понял, я отправил именно на вот этот ключ со своего приложения. Видишь? 1GTE.ru. А вот. Короче, я не знаю. Ну, у меня смс-ка не приходит. Сейчас посмотрим. Если бабки не пришли, то... то они не пришли. Вот. Почему они не пришли, я еще сам не знаю. Потому что я никогда сам так не отправлял. Может, я тут что-то где-то недонастроил. Короче, я когда... или просто, может быть, надо, чтобы немного времечко прошло. Нет, мне просто кажется, что надо, чтобы немного времени прошло. Короче, я тебе в комментарии под видеороликом напишу, надо что-то еще или уже не надо. Вот. Все. В целом, как бы, вот так вот механизм просто устроен. Просто, возможно, надо немного подождать. Все, бро, на связи. О! Только, короче, камеру отключил, сразу же приходит смс-ка на мобильный телефон от сервиса. Только хотел записать, сразу же показать, так этот, так фотоаппарат сел, пришлось ждать. Чуть-чуть на подзарядке. О! Видно? 0,003 BTC поменяли на 13,48. Ну, видишь, как бы тут комиссия, свой интерес. Вот. Без этого никак, но надо, значит, организовывать так свою жизнь, чтобы не приходилось расставаться с драгоценными биткоинами и менять их на какую-то вот эту непонятную валюту. То это так уже, в крайнем случае. Не, ну шутки шутками, но это только от нас вообще зависит, как мы свою жизнь организуем. А не от внешних источников. Так что такие дела. На связи.